Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить за финансовую помощь всех наших донатеров канала. Спасибо, друзья! Этот ролик из части «Как выглядят объекты дальнего космоса», а также некоторые объекты Солнечной системы в телескоп. Мы их увидим с помощью сплит-экрана, который я добавил в монтаже. Рассмотрим их в трех ракурсах. Как бы мы могли видеть эти объекты невооруженным глазом с Земли? С помощью обычного среднего любительского телескопа 6-10-дюймового с постобработкой, а также с помощью телескопа Хаббл. Напомню, друзья, что человеческий глаз не воспринимает цвета в темноте. Но с помощью симулятора Space Engine вы увидите все краски дальнего космоса. Ну что же, надеюсь, ролик вам понравится. И ты прямо сейчас поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и нажмешь колокольчик. Всем приятного путешествия!